Экс-кандидат в президенты «Жигулей» Дайрабаев прокомментировал очередной скандал вокруг своей персоны. На этот раз мажилисмена обвинили в том, что он якобы приобрел дом стоимостью в 140 миллионов тенге без ведома одного из собственников. Сегодня в кулуарах парламента депутат заявил, что жилплощадь была приобретена по закону. Это было 20 лет назад. 20 лет. Возможно, если бы я не стал депутатом парламента, никому бы до этого и дела не было. Я даже знаю, кто все это поднимает, но не стану опускаться до уровня этих людей. Скажу лишь, что наш договор, заключенный через нотариуса, является законным, и права собственников жилья сохранены. Кому нужно, чтобы дом, купленный для семьи, через некоторое время посчитали незаконным? Такой риск никому не нужен.